Также в рамках пресс-конференции чиновник подвел итоги работы ведомства в 2014 году. Так, по словам Дмитрия Тепина, в регионе успешно идет реализация двух федеральных программ – переселение из ветхого и аварийного жилья и капитальный ремонт домов. В рамках последней в прошлом году было отремонтировано около 290 домов. Отреставрировали 211 крыш, 46 лифтов и более 150 тысяч систем инженерных коммуникаций. 2014 год, по словам министра, стал успешным и по программе переселения граждан из ветхого жилья. Жилищные условия улучшили несколько тысяч саратовцев. Но на сегодняшний день на реализацию этой программы в казне региона денег нет. Вся надежда на федеральный бюджет. В ближайшее время оттуда должны поступить средства, а пока чиновники продолжают строительство нового жилья в долг. Все строительные площадки во всех муниципальных образованиях на сегодняшний день заложены. Большинство ведет строительство, чтобы когда денежные средства поступят, мы уже не тратили время на объявление там, аукционов на землю, на проектирование, а уже все это сделано. Просто необходимо будет выкупить те квартиры.